Так, ребята, сегодня играем в прятки в этой заброшенной школе. Победитель забирает 5000 рублей. На старт! Внимание, марш! 2 минуты, чтобы спрятаться. Ага, кто это там у нас шелестит? Это что ты так плохо спрятался-то? Да, пап, я не успел просто. А это твои проблемы. Опачки! А это еще что за птицы? 2 брата-акробата! Ха-ха-ха! Так-так-так-так-так. Кто еще у нас здесь? Ха-ха-ха! А это еще что за человек-паук? Ну что, остальные, походу, забежали в школу. Сейчас попробуем найти их. Вот такая школа. Где же они спрятались? Я даже не знаю. Аккуратненько проходим. Так. Опачки! Ха-ха! Нашел! Осталось найти 2 девочек, Дарину и Веру. Они где-то по-любому здесь. Так. В какой-то комнате по-любому здесь. Так, это я тебя нашел уже, да? Так. А-ха-ха! Вылази! Ну, молодец, хорошо спряталась. Еле-еле тебя нашел. Умница. А Веру не видела? Нет. Блин, где же она? Куда-то она подевалась. Может, даже она не здесь. Сейчас будем все вместе искать. Ребят, вы видели Веру? Нет! Давайте все вместе искать. Разойдитесь давай. По всем комнатам. Чего вы все в одну комнату зашли? Ну что, не можем найти. Походу, она вообще не здесь. Вы что, не видели, куда она убежала? Нет! Вера, если ты нас слышишь, дай знак. Здесь, ребята, здесь. Давай быстрее, в той комнате. Да не в этой комнате, она где-то здесь. Да, да, да. Стоп, 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 стоп. Вера, дай знак. Офигеть. 5000 рублей забирает Вера. Умница. Давай потихоньку слази. Я тебя буду ловить. Ручками держись там. И ножки спускай сюда. Офигеть, как туда вообще залезла? Вот так вот надо прятаться, ребята, вы вообще не умеете прятаться. Давай, ножки сюда. Давай, 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 давай. Вот, вот, потихоньку на руках повисни. Так, давай, давай, потихоньку спускаемся. Прыгаем. Есть, есть, поаплодировали победителю. Просто красотка. Ребята, не забываем подписываться на лучший телеграм-канал в мире. Туда я выкладываю интересные моменты из жизни, тренировок и соревнований.